Международная IT-компания Global Intellect Service, компания Inca Consulting при поддержке креативной лаборатории Romanov Life представляют видеокейс участника корпоративного диджитал-университета для предпринимателей GISCamp Evolution. Всем привет! Я Тамара Жуланова, совладелец магазина редких сладостей «Америка Шоп». В Перми у нас три магазина. Мы продаем американские, азиатские, европейские сладости и напитки. На рынке с 2017 года. UDS внедрили в августе 2018 года. Сбылась наша мечта. Мы попали в телефон к своему покупателю. Теперь мы знаем, кто наш покупатель, как с ним общаться и чего он хочет. У нас 11 тысяч оцифрованных клиентов, почти 5 тысяч скачиваний УДС. И именно эти клиенты, которые скачали УДС, приходят в два раза чаще к нам и делают покупки. Обратная связь помогает нам сохранять клиентов. У нас два негативных отзыва, и по обоим отзывам мы отработали в положительном ключе. Мы начислили за обратную связь 200 баллов, и эти клиенты через месяц пришли и совершили у нас покупки и оставили положительный отзыв. Дополнительно из приложения UDS к нам пришли 34 клиента и сделали нам выручку в 50 тысяч рублей при среднем чеке в 331 рубль. К сарафанному радио к нам пришло 242 клиента и принесли нам выручку 100 тысяч рублей. В прошлом году мы открыли второй магазин. У нас была своя CRM-система, амбарная книга. Но она не решала ряд задач, таких как неоцифрованные клиенты, непонятно, откуда они пришли. Мы не могли принимать решения для масштабирования бизнеса. Благодаря системе UDS это стало возможным. Благодарю разработчиков и тех людей, которые донесли мне информацию о полезности этого продукта. Уважаемые предприниматели, будущее за IT-технологиями. Вы можете думать и сопротивляться, но с вами или без вас UDS будет еще больше востребован. Эту тенденцию мы увидели при открытии третьего магазина, когда уровень осведомленности наших покупателей о системе лояльности UDS стал в 6 раз выше, чем в прошлом году.